Потеплело, значит, можно отключать. Несколько районов города снова остались без горячей воды и отопления. КТК решили начать ремонты труб, на которых образовались дефекты во время морозных дней. Сегодня с утра ремонтные бригады появились на улицах Попова, Левитана, Комсомольской и в других районах города. Всего запланировано устранить 13 дефектов. Естественно, что в домах сразу исчезло отопление и горячая вода. На дворе зима, пусть не минус 20 градусов мороза, но квартиры, жалуются кировчане, остывают очень быстро. В КТК говорят, что во время морозов на трубах появилось много дефектов. Другого времени на ремонты у них нет. Потому что сейчас мы усиленными методами нагоняем и устраняем то, что выявили за этот период. Даже в зимний период, когда на улице там теплее, чем минус 10, работы проводятся. Специалисты говорят, что если из-за ремонтов отключают отопление, то оно обязательно должно появиться после 17:00. А вот горячей воды может не быть несколько дней до устранения аварии. В ближайшие дни, пока, по мнению тепловиков, на улице тепло, ремонты запланированы на улицах Сурикова, Чапаева, Казанской и Воровского.